теперь уже сейчас почти месяц контракта. Будем надеяться, что сейчас можно будет раньше уйти. Я там буду смотреть, слушать, узнавать. Угу. Если можно будет за месяц, то вообще будет хорошо, уйду раньше. Конечно. Потому что сейчас зима, холода, снабжение хуевое. Мы вчера разговаривали с этим ВЧК. Это военные, короче, наемники. Они, короче, кто им деньги платит, они и воюют. Вот. Они говорят, даже в Сирии пизже было, чем тут. Говорит, не было такого. А здесь, говорит, ужас, что творится, блядь. Говорит, да и Чечня, кто в Чечне был, говорит. Это, говорит, не война, это, блядь, вообще что-то непонятное творится здесь. По боеприпасам тоже бронебойных патронов нету. Мы ж проверяли броник. Это обычный, вообще ему нихуя тряпка только разорвалась и все. А бронебойная просто шьет насквозь хуем. А ёптвою мать. Обычные патроны, он все валяются, выкидывают, нахуй, не надо толку от них. Угу. Ну, пулевых толком мало, пулевых. Осколочные все идет от мин, минами закидывают. Мы сегодня, блядь, ебать, я охуел. Остановились, воды надо было с одной позиции взять, залить, нахуй. Остановились, ебать, твою мать, 50 метров сзади, нахуй, прилет мины, ебать. Думаю, ну, вот ошибка корректировщиков. Потом справа, параллельно нам, нахуй, еще один. Ёб твою мать, я нахуй говорю, это по нам, нахуй. Говорю, вы съебываем, воду закинули и ёбу дали. А птички никакой не было. Откуда увидели, знает. Если только со спутника, нахуй. У этих пи***ов есть все. У них, блядь, понятно. В пасах квадрокоптеров, ну, птичек этих, пизда, нахуй. А у нас одна, нахуй, и все. И то тут на той неделе ёбалось, найти не могли. Пиздец, блядь. Вот такое снабжение. Ну и мамка говорит, я мамке рассказал, что все, что они гуманитарку собирают, до пехоты, которая спереди, вот мы, до нас-то ничего не доходит, ни медикаменты, ни одежды, ничего.